Привет, друзья! Сегодня мы будем рисовать... Кого? Гриб from Mario. Гриб из игры Mario. Начинаем. Начинаем от того, что середины листочка рисуем. Рисуем две точечки. Посередине листочка рисуем. Раз точечку и два точечку. И рисуем такую ножку от этих точек для грибочка. Рисуем, тянем вниз, закругляем и соединяем с этой точкой. Воп! Соединили. Теперь нарисуем потолок нашему грибочку. Такой, такую палочку. Хопа! Нарисовали ему. Теперь мы нарисуем ему... Точно, глазки нарисуем. Давай нарисуем ему довольно-таки большие глазки. Смотри, какие. Вот такие. О, у нас будет красивый грибочек с большими глазами. Молодец. Побольше эти глазки. И теперь нарисуем такие кружочки сверху. Уоп. И уоп. Закруглили. И зарисовываем все остальное черным. А вот эти кружочки, которые мы нарисовали сверху, оставляем белыми. Хочешь мне помочь? Разукрасить мои глазки? Глазки моего Марио? Давай! Дальше мы нарисуем ему шляпку его. Шляпку мы начинаем рисовать сверху. Давай поставим себе серединку, здесь такую точку нарисуем, чтобы нам было легче. И начинаем рисовать, соединяя к этой точке. И рисуем, да? Давай отсюда. Уп! Нарисовали. Классно у тебя гриб. Привет! Теперь рисуем ему такие кругляшочки, он у нас как грибочек-мухоморчик, да? Такие большие-большие такие пятна у него белые будут. Большущее пятно здесь, и большущее пятно здесь сбоку, и здесь, такие полукругом. Теперь начинаем что? Раскрашивать. Разукрашивать нашего грибочка. Откладываем наши маркеры и начинаем разукрашивать. Ребекка будет разукрашивать мелками. А мама будет разукрашивать чем? Мама будет разукрашивать карандашами. Так, и забираемся разукрашивать. Сегодня красивого грибка из Марио. Нарисовали двоих друзей, да? Так. Да, классно у нас с тобой получилось. Так. Какой лучше? Они обои красотульки, да? Да. Ну, ждем вас, друзья, до следующего раза. Оставайтесь с нами. Пока!